Котельная номер 14 обеспечивает отоплением и горячей водой сразу три района – Ареду, Макаренко и часть центра Сочи. Что такое котельная, как она работает и на каком оборудовании, школьникам рассказали специалисты со стажем. Организаторы же образовательного туризма рассчитывают, что кто-то из экскурсантов сюда вернется в качестве сотрудника. Так называемых технарей нам не хватает. Вот мы хотим пропагандировать вот эти профессии с тем, чтобы ребята задумались и, может быть, выбрали свой жизненный путь, который, в общем-то, необходим и городу. Мы думаем, что это поможет детям найти себя в нашем городе. Работа котельной поэтапно автоматизируется, поэтому для молодежи здесь есть перспективное направление, отмечают специалисты. Чтобы посмотреть температуру воды, добавить или наоборот понизить нагрузку котла, не нужно подходить к оборудованию. Уже сегодня оператор котельной управляет системой с помощью компьютера. Экскурсия понравилась, да, очень много нового узнали, много нового о профессиях, о устройстве, о работе. Да, задумаемся об этой профессии, может даже пойдем сюда после школы с ребятами. Подобную экскурсию для старшеклассников уже провели в сочинских электросетях. На очереди теплоэлектростанция и хлебокомбинат. А еще в планах организаторов инновационного проекта познакомить ребят с работой УВД и МЧС. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.